подводящих дриллов. Первое упражнение – это дрилл на Терада Пас. Количество отработки зависит от вашего желания. Если это разминка, то каждый дрилл можно делать одну минуту. Если это отработка, то на каждый дрилл достаточно двух, максимум трех минут. Я сгибаю колени, наклоняюсь, беру ножку стула, вторую руку ставлю на пол и передвигаюсь в одну сторону. Теперь я меняю руки местами, двигаюсь обратно. Приставным шагом, прыжком. Делаем раз, два. Голова находится между ножками стула. Двигаемся полукругом. Следующий дрилл – leg drag. Он выполняется приставным шагом или запрыгиванием по диагонали в правую и в левую сторону. То есть мы смещаемся вправо приставным шагом или прыжком, смещаемся на исходное положение и далее смещаемся влево. Так он чередуется влево-вправо. Я стою перед стулом, держу ножки руками и приставным шагом перемещаюсь в одну сторону, возвращаюсь в другую сторону. Следующее упражнение – перешагивание через ножку стула или ножку табуретки. Это подводящий дрилл, поэтому будем делать несколько раз подряд в одну сторону и несколько раз подряд в другую сторону. Допустим, удобно делать по 10 раз. Все это на протяжении одной, может быть, или двух минут. Мы будем перешагивать, делать два шага в одну сторону, правая и левая нога, и возвращаться в том же порядке правая и левая нога. В другую сторону, вправо мы идем левая-правая нога, и возвращаемся в том же порядке левая-правая нога. То есть мы стоим, перешагиваю, возвращаюсь обратно. Несколько раз в одну сторону и несколько раз в другую сторону. Так, сейчас делаем полностью проход. Держим ножки стула, проносим ногу между ножками, вторую ногу отставляем в сторону. Этой ногой коленом контролируем соперника. Возвращаемся в одну сторону, также в другую. Следующее упражнение – это комбинация двух подводящих дриллов. То, что мы делали дрилл на Терранда, это запрыгивание в левую и в правую сторону, и перешагивание через ножку стула. Теперь мы можем совместить эти два движения, скомбинировать. Перемещаемся в одну, во вторую, возвращаемся, делаем проход. Подводящий дрилл на неслайс. Мы слегка наклоняем табуретку или стул в левую сторону полоборота. Делаем шаг правой ногой и правое колено ставим на пол. Левую ногу отставляем в сторону. Возвращаемся на место. Наклоняем табуретку в правую сторону. Делаем шаг левой ногой, ставим левое колено на пол и отставляем правую ногу в сторону. Возвращаемся назад. И отрабатываем этот дрилл 1-2 минуты. Берем ножки, чуть-чуть наклоняем стул и заходим, имитируем вход на неслайс. Возвращаемся обратно. Наклоняем, создаем пространство. Садимся. Следующее упражнение – выход из баттерфляя гарда. Мы располагаем табуретку между своими ногами, нагружаем своим коленом ножку стула или табуретки и круговым движением обходим эту ножку. Поднимаем свою пятку и ставим ногу между ножками стула. Делать это можно попеременно правой и левой ногой,
отрабатывать также одну или две минуты. Ногой постоянно давим на ножку стула, на ногу соперника, оказываем давление круговым вращательным движением, обходим эту ножку, ставим ногу внутри. Следующий дрилл на проход гарда с помощью маха ноги назад. Заходить в это положение можно из прохода бутерфляй гарда или с неслайса. Нужно, чтобы одна наша нога оказалась между ножками стула, вторая нога снаружи. Мы придерживаем ножки стула, делаем мах ногой назад, той ногой, которая находится между ножками, и делаем проход, ставим колено на живот, колено на ножку стула. Еще одна отработка прохода бэкстеп. Мы будем делать ее из той же позиции, что и мах ноги назад. То есть можно пройти бутерфляй гард, обходить ножку, поставить свою ногу между ножками стула. Можно заходить на неслайс и возвращаться в эту же позицию, когда наша нога стоит между ножками стула. Из этой позиции мы будем ставить руку на пол в сторону прохода и делать сайдстеп, бэкстеп махом ноги назад. Видео. А ты болтаешь. Ты мне помогаешь? Да. Да? Ну-ка покажешь что-нибудь? Ну-ка давай, что ты умеешь со стулом. Оп. Ну-ка встань перед стулом. Нет, перед стулом, перед ножками встань. Покажи проход гарда, как перешагиваем через ножку. Давай. Хорошо, обратно. Ну, побыстрее. Молодец. Другой ногой еще. Так. Да. Ос! Красавчик! Давай. Кулачок.